Добрый вечер, дорогие болельщики, любители футбола. Я Анастасия. 16-е Тарадуда Александра. 18-е Магер Анастасия. 23-е Тихомирова Лия. Главный тренер Владимир Шинзик. 16-е Конок Елизавета и полевые игроки. 4-е Дубин Юлия. 6-е Эдемская Анастасия. 9-е капитан команды Васильева Наталья. Матчи имеет 31 набранный балл. Ну и там команда Петрашка Виктора смотрелась очень хорошо. Сейчас вот давайте посмотрим этот момент. Ну и звучит свисток. Там в активе Минск имеет 49. Зорко БДУ 39. Днепр. И вот Евзрезова делает передачу в центр, но там непонятно. Не разобрались между собой футболистки. И вот контратака у Витебска может получиться. Янчеленко. Передача туда вперед. На... Да, поторапливаются АБФФ. И нужно как-то ускорять игру, адресовывать мяч нападающим. Евзрезова, что творит? И забивает Евзрезова! На 25-й минуте 1-0 становится счет благодаря усилиями 13-го номера АБФФ Анастасии Евзрезовой. Но опять же, опуститься вглубь за мячом, тогда убежать не совсем где и получится. А тут атака АБФФ уже, Евзрезова с мячом. Евзрезова, Якусик, удар поворотом и гол! Вот это гол! Вот это гол! 2-0. Да, такого забивать, что нужно забивать как минимум 2. И при этом не пропустить. Поэтому, конечно же, что-то нужно придумать впереди. Дальний удар. Но контролировала Алиса Мацкевич этот мяч. Идет подача. И что тут? У воротах оказывается мяч 2-1. 2-1. Вот это самый золотой стандарт в исполнении Витебска. Да, как же классно. Интригу на второй тайм, потому что... Но тоже не факт. Черленок, дальний удар и прямо в руки вратарю. Чуть ранее, до этого эпизода, потому что нарушение было именно на этой точке, откуда сейчас исполним стандарт. И удар поворотом. Посмотрите, какой гол! 3-1! 3-1, да. Магер Анастасия делает счет именно 3-1. Будет что ж, гораздо труднее. Разбег, удар. И отражает! Что, есть разбег, далеко, высоко, и... Это удар поворота, промахивается сейчас Игруша по мячу. Игруша. Анастасия Игруша, передача на Бузинову. Бузинова решать нужно. И это что? И это поднимает руку вверх главный судья. Это не гол. Казалось бы, вот уже мяч в воротах. Бузинова. Неплохо сейчас действует. И что тут, выход 1-1 будет? И удар, гол, 3-2. 3-2. И это 3-2. Да. Васильева Наталья. Ну что ж. Есть стенка, есть футболистки в чужой штрафной. И это неплохо. И что тут? Алиса Мацкевич вытягивает мяч. От защиты, возможно, ушел. Идет подачу в чужую штрафную. Алиса Мацкевич без проблем этот мяч забрала. Да, это большой, существенный показатель. Разыграли футболистки БФФ этот мяч. Идет подачу в чужую штрафную. И что там? Близко было, конечно же. Звучит свисток об окончании матча. До встречи на белорусских полях.